Итак, еще нам нужно будет взять, например, лист картона и карандашиком нарисовать парусник. Ну а теперь мы начинаем. Берем кусочек пластилина, берем стеку. Где стека? Вот стека. Можно стекой отрезать, Арин. Или можно просто рукой отломить. Я не могу. Не можешь, давай я тебе помогу. Так. Вот так надо. Вот так, как ножичком с тобой будем работать. Вот так. Кладем стеку. Вот так. Отрезай. Давай, отрезай. Посильней. Вот, молодец. Вот. Помочь? Сама справлюсь. Опа. Получилось? А теперь мы с тобой делаем шарик. Как Арина делает шарик. Вот. А потом из этого шарика мы будем делать длинный-длинный жгутик. Как колбаску длинную будем делать. Вот мы сначала скатали шарик, а потом этот шарик мы раскатываем в длинную колбаску, но не очень тонкую. Так, Ариш, молодец. Умничка. Вот так вот. А теперь эту колбаску мы с тобой должны прилепить на контур нашего кораблика. Давай, Арин, начинаем выкладывать. Вот, начинай с самого начала. Вот сюда выкладываем. Я не плачу. Нет. И немножечко прижимаем. Давай, помогай мне. Немножко, но не сильно. Но не сильно прижимаем. Так. Вот, посмотрите, у нас получаются контуры. И эту колбаску точно так же. Вот. У нас с тобой уже получится контур кораблика. Ничего, что видно стыки. Мы потом все это исправим нашими волшебными пуговками. Руками. И ручками, конечно. Ну давай, у нас остался с тобой последний жгутик. И наш кораблик уже будет из пластилина готов. Все наши колбаски мы выложили по контуру. И вот вы видите, у нас получился вот такой кораблик. Ну а теперь самое интересное. Берем с Ариной пуговки. Сейчас я беру. Так. И на пластилин начинаем. Давай с самого начала начнем. Не с серединки, а нужно с уголочка. Булочка. Мы будем наши пуговки теперь прикреплять. Да, будем украшать наш кораблик. Совершенно верно. Ну вот, посмотрите, что у нас с Ариной пока получилось. Из пуговок у нас получился вот такой вот милый кораблик, который отправится в морское путешествие. Но ведь на кораблик-то плывет, Арин. Почему? Потому что он... По волнам? Да. По волнам. А волн у нас нет. Давай будем делать волны.